streets have to get through their schools to get on the street. And if the people can work that together, just keep that thing going and working, and eventually everything's going to turn out all right. that same communal kind of thing can be taken out into the outside world. Мария Росса, Спартак и Александр Галицкий. И это наше первое мегавещание онлайн на сайте technopodcast.net. Мы очень долго к этому готовились. Сегодня практически весь день. У нас немного что-то все подвисает, но мы надеемся, что вы останетесь с нами до конца и у вас получится нас посмотреть и послушать. На самом деле мы целые сутки готовились. Галицкий, не ври, мы двое сюда. Да, но компиляцию Спартак приготовил буквально за последние 5 минут. Но все равно слушайте нас. Музыка сегодня будет классная, много шуток, никакой цензуры и особенно перерывов на рекламу. Вот, смотрите нас, слушайте и танцуйте вместе с нами. А мы пока выпьем кофе. от этого тоже восхищаемся искусством и мастерцом сводки диджея Спартака. Супер-мега крутой чувак, сводит одной рукой, без наушников. Попиваю кофе и ругаюсь с Галицким параллельно. Да, мы пришли к выводу, что очень скоро мы на нашем сайте technopodcast.net сделаем специальный чат, потому что когда мы думали о том, чтобы с вами как-то пообщаться онлайн, мы не смогли прийти к какому-то общему выводу, где на какой чьей стене мы должны писать сообщения. Поэтому сейчас пишем везде, где только можем, да. А мы будем вылавливать ваши сообщения. И, может быть, если у вас есть какие-то вопросы, шутки, комментарии, то милостью просим. Самое интересное мы зачитаем, может быть, ответим. На любой из наших страниц. Да, на любой из наших страниц. Смотрим дальше. Надеемся, что у вас ничего не подвисает, и вы слышите офигенную музыку вместе с нами. Мария Росса, Спартак и Александр Галицкий. И пришли к выводу, что у нас есть очень классная идея. Мы надеемся, что вы ее тоже поддержите. Мы решили проводить наши техноподкаст-трансляции каждый раз из нового места. Вот, это будет своеобразный квест, так что если вы хотите потусить вместе с нами во время трансляции, мы в каждой трансляции будем давать вам подсказки о том, где будет проходить следующее. И если вы угадаете, то в следующем месте мы встретимся вместе с вами, и вы будете уже участвовать. Да, например, мы сейчас находимся на каком-то полюсе, здесь безвинно, чукчи и собаки. Маша говорит, часто притормаживает. Но я думаю, это вопрос первой трансляции, потому что мы обязательно решим ее в следующий раз. Да, а вот все, о чем мы сегодня говорили, все наши идеи мы запишем у нас на стенах и в комментариях, так что вы сможете... На стенах наших подъездов мы запишем маркером и в листах обязательно. Да, так что читайте, будьте вместе с нами, слушайте нас дальше. Выключай микрофон, давай мы слушаем. передать всем, кто нас сейчас слушает, кто к нам присоединился и тоже танцует вместе с нами. Я просто уже сидеть не могу, все стулья уже сзади у всех, кроме Галицкого. Галицкий у нас сегодня технический директор, поэтому ему как бы по статусу положено сидеть на стуле. Вот так все остальные танцуют, курят, пьют, ругаются матом, потому что у нас сегодня прямой эфир без цензуры, потому что это technopodcast.net. Вот, и здесь сегодня можно все. Назовите мои техно. Наушники меня не пустили к микрофону, все-таки от каких-то фактов мы зависим. Слушайте дальше, танцуйте вместе с нами, передавайте нам приветы, шлите поцелуем, мы вас тоже любим, целуем и шлем приветы и танцуем вместе с вами. Это Спартак, я и Галицкий. Повторюсь, для тех, кто к нам только присоединился и кто не слышал, или у кого там, может быть, все висело, и тот не услышал и не понял о том, что мы приглашаем всех на наши онлайн-трансляции, которые проходят каждый четверг с 8 часов вечера, и они будут проходить каждый раз в новом месте, поэтому это... Никак, периодически. Да, поэтому наши специальные подсказки мы будем выкладывать на этом же сайте technopodcast.net. И все, кто смогут угадать, могут поучаствовать в нашей онлайн-трансляции, потусить вместе с нами, потанцевать, пообщаться и поделать всякие плохие дела, да? Слушайте дальше, это technopodcast.net, ищите подсказки и увидимся с вами. И пока еще, мы все еще вместе с вами танцуем, да? Мы не переключаемся на рекламу. Да. Слушаем дальше, это играет сейчас самый известный супер-пупер диджей Спартак. Супер-пупер диджей. Круче него только скутер. И то по покраске. Слушайте дальше. Это technopodcast.net. Напоминаем, что сейчас вы слушаете супер-мега онлайн-микс от диджея Спартака. И вместе с нами тут находятся Александр Галицкий и я на подтанцовке, это Мария Росса. Вот, и хотим вам напомнить, что если вам нравится сегодняшняя музыка и вообще, если вы любите техно, то всегда самое лучшее, самое крутое, самое ваше любимое техно вы сможете скачать на нашем суперсайте technopodcast.net, а также там всегда море всяких интересных видео. Будет очень скоро, потому что мы начинающие, вот. Поэтому оставайтесь с нами, слушайте дальше самую классную техномузыку и ищите подсказки о следующем нашем онлайн-шоу. Да, Маша хотела сказать, сайт только развивается и будет дальше наполняться новыми инновационными идеями. Да, суперконтентами и также онлайн-вечеринками, так что оставайтесь с нами, слушайте нас, танцуйте вместе с нами. Ой, я уже запыхалась, и я продолжаю танцевать. Спартак играет, а Галицкий у нас супер-мега-миксер. Виталик тоже передает всем привет, спасибо большое, и выложит он свой микс в самое ближайшее время, так что ищите ссылочку на этом же сайте. Минут через 10 после окончания эфира. Да, так что оставайтесь на этом сайте, на technopodcast.net, вы сможете найти ссылку на этот сегодняшний микс, на следующий, а также трек-листы к ним. Сайт technopodcast.net, это отличная аэробика для тех, кто просыпается вместе с нами, для тех, у кого утро начинается так же рано, как и у диджеев. Так что, если вы хотите заняться спортом вместе с нами, то милости просим. Это technopodcast.net, Спартак, Мария Росса, Александр Галицкий. В общем, тут нам многие очень написали о том, что хотят потанцевать вместе с нами. Мы хотим вам сказать, что у вас есть очень много возможностей потанцевать вместе с нами. Во-первых, это искать подсказку о том, где будет проходить следующая наша онлайн-трансляция у нас на сайте technopodcast.net. Подсказки мы будем выкладывать за сутки до трансляции. Каждая трансляция проходит каждый четверг. Вот. А также вы можете прийти завтра к нам на супер-мега-вечеринку в Дэнс Клубе Форсаж. Смотрим на стену сзади меня. Завтра, в субботу. А, точно, сегодня же четверг. В субботу, в эту субботу в Дэнс Клубе Форсаж будет фреш-кат-ивент. Нам исполняется 3 года. Так что мы ждем вас с подарками, поздравлениями. А вообще мы просто ждем вас с улыбками и отличным настроением. Послушаем вместе отличную команду Экстравель. Мы очень-очень ждем. Спартак тоже придет, потому что он тоже ярый фанат. Мы приготовили сюрприз для всех ярых фанатов. Впервые Форсаж-клуб на вот такое выступление будет в два раза. Маша, какой стриптиз, бля? Бля, ну пиздец, не судила. Короче, тут будет 2 раза больше звука, чем обычно, поэтому все смогут заценить лайф вот от этих электроников. Вот, а я выключаю микрофон, мне уже надоело, Маша. Вы не подумайте, что мы тут танцуем, потому что Спартак очень круто играет. Просто на самом деле тут очень холодно, поэтому мы в шапках и танцуем. Спасибо большое. общем, многие жалуются на то, что подвисает интернет и все такое. У нас это первый онлайн-эфир на нашем сайте, поэтому мы обещаем, торжественно обещаем, что в следующий раз мы все исправим, и что вы сможете танцевать с нами, не перезагружая страницу и без перерыва, и будет все намного круче и веселее. А для тех, кто не смог... Иначе мы убьем Галицкого. А те, кто не смог без перерывов сегодня послушать, у кого обрывалось видео и аудиотрансляция, те смогут скачать сегодняшний микс буквально через 20 минут после окончания нашей трансляции на этом же сайте technopodcast.net. А также здесь вы сможете скачать все самое лучшее, самое свежее супертехно. Давай танцевать. Мы вас поздравляем, и себя тоже. У нас 755 слушателей сейчас онлайн, это супер-мега круто, потому что раньше было... Поэтому все висит. Раньше мы не будем называть число, да. Поэтому мы потом еще выпьем за это кофе. Пошла вон. Нет, друзья, ноги в руки, потому что это уже буквально последние минуты нашего супер онлайн-трансляции. Я танцевала, поэтому немного запуталась, здесь слова произношены немного неправильно. Спартак всем передает привет, Галицкий тоже. Танцуйте дальше вместе с нами. Танцевал, могу говорить спокойно и размеренно. Привет всем соседям наших слушателей. Соседи периодически, наверное, слышали небольшие обрывы. В следующий раз, я обещаю, мы это исправим, и вы сможете наслаждаться в полной мере. Также сможете наслаждаться в полной мере этим миксом через буквально 15 минут. Да, после завершения этой программы, этого подкаста. Танцевать вместе с нами не только онлайн, но и прям вот из места трансляции. Ищите подсказки на technopodcast.net. Дальше. Я думаю, в следующий раз мы опять же сделаем, скорее всего, в этом месте, а уже... А уже с лета, когда будут руки не примерзать к фейдерам. А то можно оставить, в принципе, руки на фейдерах. Или фейдера в руках, когда будет на улице. Как они предлагали. Пошли сопли, это означает, что это один из последних треков. Это последний трек. Это последний Спартак в вашей жизни сегодня. Вот, и мы хотим вас поблагодарить за то, что вы были вместе с нами. Да, можно я скажу? Я не часто говорю, поэтому хотелось бы вам напомнить, что в эту субботу, 4 февраля, мы все вас ждем в клубе «Форсаж», где будет грандиозное событие. Даже я отменил гастроли, чтобы приехать. Вот, и это, я думаю, многого стоит. что приходите хотя бы сфоткаться с Спартаком. Галицкому это стоило 2000 евро. Вот. Но это не так много, как тебе. Поэтому приходите, здесь будет больше звука. Атмосфера, я думаю, зависит вся от вас, и поэтому мы вас очень сильно всех ждем. Я вас всех целую. С каким настроением просьба не приходить? Мы вас всех любим. Ну ладно, давай ты. А, нет, как раз яма. Вот, ребят, на самом деле большое спасибо вам за то, что слушали нас сегодня, за то, что терпели эти лаги, и, наверное, сейчас лагануло тоже. Но, я думаю, в следующий раз мы обязательно все исправим. Если лагануло, мы повторяемся, мы очень просим прощения еще раз за это все. Вот, а в следующий раз лайвом уже поиграю я. Первый, блин, всегда такой. В следующий четверг буду играть я. Поэтому я буду сидеть с проводом где-то под клубом. А Спартак и Галицкий будут у меня на потанцовке. Поэтому я думаю, что это пропустить нельзя. Я буду танцевать электробуги. Вот, одену шапку Галицкого, буду танцевать нижний брейк-данс на заднем плане. У меня есть куча костюмов для тебя, Спартак, так что мы найдем, во что тебя одеть. Так что, если вам интересно, в чем будет одеть Спартак в следующий раз и как он будет танцевать, заходите к нам. Спартак должен выступать в костюме красной шапочки. Нет, это же Малфой из Гарри Поттера.